Всем привет, интернет! Я тут стал недавно счастливым обладателем 5-го Mi Band. Сразу стал на него заказывать ништячочки, стеклышки, пленочки, ремешочки. Вот они пришли. Ну, пленочки я уже распаковал, как бы не стал показывать, снимать обзор. А что тут снимать? Сейчас я вам покажу пленочки, как пленочки на Mi Band уже наклеены. Вот она наклеенная, вот так вот выглядит пленка. А вот вместе с пленочками от этого же китайца пришел просто топовый ремешок, друзья. Сейчас я вам покажу его самым первым, потому что он мне безумно понравился. Вот так прям стекла здесь были, в смысле пленочки вот эти защитные. И вот такой вот ремешок от какой-то компании Боруи. Боруи. Он, конечно, не такой быстросъемный, как вот типа настоящий, да, как оригинальный, но зато, ребятушки, он такой мягкий, он такой классный. Я думал, что вот эти вот хреновинки красненькие по краям, они разных цветов есть. Если вот это вот ободок зеленый, то вот эти вот штуки тоже зеленые, синие, там они разных цветов. И я думал, вот эти штуки, они нарисованы, они реально прошитые, тут не. И он прям мягкий. Вот по сравнению с оригинальным, посмотрите, оригинал — это вообще дерево. Прям дерево. Вот тут он такой тинь-тинь-тинь-тинь, мягенький, упругенький. Сейчас я покажу, как светится. Единственный минус я заметил немножко, где я заметил. Ну, немножко тут вот такой облойчик есть, да, следы литья. В остальном вообще очень клево. Мне понравился. Я его пока не носил, чтобы вот так вот пару дней назад это все дело пришло, чтобы вот так вот вам показать. Вот. Вот так смотрится Mi Band-ик. Да, одевается он, конечно, не так быстро, как оригинально. Он тут на двух застежках. Но сделан вообще очень классно. Прям очень классно. Топчик. Вот так выглядит наш Mi Band-ик. Это вот то, что я уже распаковал. Это оригинальный. Потом пришел еще вот такой вот ремешочек. Ну, он что-то как-то так мне сразу не очень понравился. Я думаю, ну, прикольно. Побегать с таким прикольно. Как раз на лето. Яркий, зелененький. Смотрите, веселенький, нейлоновый. Тут, по-моему, застежка такая велкро, а если велкро застежка, ремешок разлохматится, весь убьется. Да, здесь велкро обычная такая вот застежка. Ну и сам он такой слегка колюченький. Подходит. О, блин, он сюда с трудом. А это не на четвертый ли? Я вообще на пятый выбирал. А, с трудом, но залез. А у меня-то рука не самая большая. Залез. Так, берем, чик, затягиваем и все. Но тут прям чувствуется ремешок. Вот этот, блин, он на руке невесомый. Он прям такой мягкий. Ты одеваешь, можно со всей дури, как они рекомендуют, да, типа плотно закрепить ремешок. И не будешь чувствовать на руке Mi Band. Этот вот по ощущениям примерно так же, как и оригинал. Но зато смотрите, оп, все. Вообще легко, просто и непринужденно. Следующие ремешки, так, вот они, ремешки с застежками, они у меня написаны. Здесь, смотрите, так велкро сделаны. Вот они как раз у нас в кадре тут валяются. Они как раз с застежками. И их много. Вот такой вот зеленый. Сразу сравните, какой этот яркий цвет, а какой этот потусклее. Вот такой вот зеленый. Они от одной фирмы, но они разные. Они немножко прям такие... Кажется, что вот этот вот мягче, вот этот мягче. Хотя они оба, но они, слушайте, они прям еще вот интереснее, чем этот. Прям такие мягкие, эластичные. Как оригинально, я вам вот так скажу. Опа, вот так смотрится Mi Band. Сейчас мы его... Входит хорошо. Тоже можно хорошо затянуть и, в принципе, не особо будет... Не особо будет чувствоваться. Вот, смотрите, вот так. Тоже хорошо все сделано. А с другой стороны, тут смотрите, вот такие вот пупырчики. Это что-то типа массажного эффекта должно быть. Но вот эти силикошки мне нравятся, все три. Топчик. А на этом два, смотрите, на этом одно колечко, а на этом два колечка. Зеленое и черное. Чё к чему, непонятно. Может быть, так и должно быть. Вот так вот. Ну и самый топчик, наверное, сегодняшней распаковочки. Вот так зарежем. Я заказал себе ремешок «Миланскую петлю».
Ну, что-то здесь как-то неровно, так не очень симпатично, не очень. Ну, для той цены, что он стоит, вполне себе нормально. А что-то в комплекте ничего у нас нету. Никакой резинки, никакой прокладки. Неужели Mi Band так туда залезет? Ни снизу, ни сверху, нифига. Это вообще похоже для четвертого Mi Band. Да, прикиньте, арендовал тут четвертый Mi Band. Это для него идеально входит. Отличненько сидит. Но китаец, блин. Ну, зараза, желтолица. Ну, ничего, сам виноват. Будет у меня теперь халявный ремешок на четвертый Mi Band. Смотрите, а сидит классно, плотненько, хорошо. Смотрится красивенько, хоть там где-то. А ну тут все неаккуратности Mi Band закрыл. Блин, жалко, что не на пятый. Ну ладно, что-нибудь порешаем. На этом у меня все, друзья. Вот так вот вам все их покажу. Красавчики. Буду их носить, радоваться, попробую что-то с вот этим решить, перезаказать. Оставайтесь на канале. Всем удачи, всем пока.